Nokia E50-2. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia E50-2». Разъем заряда находится в нижней части корпуса. Меняется он просто. Разъем поддевается пинцетом и извлекается из корпуса. В данной модели разъем заряда выходит из строя нечасто, как правило, из-за механических воздействий. Неаккуратное обращение с зарядным устройством. Берем новый разъем заряда пинцетом и аккуратно устанавливаем его в корпус телефона. Все, разъем заряда заменен.